В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил третье хирургическое отделение ВРКБ и Видновскую взрослую поликлинику. Здесь постоянно смотрим, мониторим вместе с общественной палатой, с советом депутатов, с нашими общественниками, жителями активными. В селе Остров завершается реставрация одного из старейших храмов. Наш храм уникальный. Он, как вы знаете, он создан построен из белого камня от пят до темени. В Доме культуры «Буревестник» села Молоково отметили день рождения Деда Мороза. Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил третье хирургическое отделение ВРКБ и Видновскую взрослую поликлинику, где совсем недавно был завершен капитальный ремонт. Рабочая поездка проходила в рамках партийных проектов «Здоровое будущее» и «Крепкая семья». Свою рабочую поездку депутат Московской областной думы Владимир Жук начал с посещения третьей хирургии Видновской районной клинической больницы. После проведенного здесь капитального ремонта медицинское учреждение заработало в полном объеме. Небольшую экскурсию по обновленным помещениям провел заведующий отделением Василий Осокин. Малоэффективно выполняется операция с использованием лазера. Вот стоит современный лазер. Южнокорейский. Вот. Очень надежная машина. Уже лет 10 мы работаем. Работает бесперебойно. Сейчас в медучреждении работают 4 хирурга высшей категории. С начала года было проведено более 600 операций с применением новейших технологий. Я несколько лет там назад был. Я помню, что там было. Конечно, после этого я еще был. Но сегодня мы посмотрели уже окончательный вариант, как выглядит на сегодняшний день. Конечно, это просто небо и земля. Сама хирургия, она очень востребована в городском округе. И то, что сегодня есть, это, мне кажется, современное здание с современным оборудованием, полное наполнение. И оно нужно и востребовано жителями всего городского округа. Следующим пунктом визита стала Видновская взрослая поликлиника, которая недавно открылась для посещения после ремонта. Заместитель главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина и заведующий медучреждением Тимур Асанов показали депутату новые УЗИ-аппараты и диагностическое оборудование. Буквально на днях мы получили в офтальмологические кабинеты 2 щелевые лампы, которых ждали очень давно. И во взрослой поликлинике давно устарело именно офтальмологическое оборудование. И вот вчера это оборудование дошло. Также для поликлиники приобретены 2 лор-комбайна, которые позволяют проводить эндоскопическую диагностику. Одно из преимуществ такого аппарата в том, что можно сразу увидеть рентгеновский снимок и поставить более точный диагноз. Взрослую поликлинику, конечно, тоже не узнать. Все сделано для людей. И светлое, и просторное стало. И все отделения, эти врачи приемные, причем заходишь к врачам, у них у каждого есть свой кабинет отдельно, но есть еще там, где проходят какие-то моменты. Это ЭКГ, это и УЗИ, это и физиотерапия, это и дневной стационар. Гостям показали отделения медицинской профилактики и лучевой диагностики, которые располагаются на 4-м этаже здания. Там пациенты могут пройти как общую диспансеризацию, так и более углубленное обследование. Поступил спирометр для проведения спирометрии при проведении углубленной диспансеризации. Все перенесенные после перенесенного ковида должны пройти это обследование. На сегодняшний день мы вот ждем до поставки одноразовых мундштуков и начинаем, откроем записи, куда будем записывать наших пациентов и проводить тоже этот вид исследования. Также коснулись и особенно волнующие население темы. Это замена грузового лифта. Ремонт практически на стадии завершения. Уже на следующей неделе будет техническая проверка. И если оборудование в норме, лифт будет запущен. Здесь постоянно смотрим, мониторим вместе с общественной палатой, с советом депутатов, с нашими общественниками, жителями активными. Здесь постоянно наполняется чем-то новым. Прибывает оборудование, ремонт закончен, но не все работы еще завершены. Вот в данный момент идет монтаж лифта. Мы сейчас посмотрели, грузовой заканчивают. В ближайшее время начнут и быстро завершат легковой лифт. Он здесь всего один. Поэтому все лифтовое оборудование будет современное и отвечать всем
требованиям Минздрава. В завершении своей поездки Владимир Жук провел заседание штаба местных волонтеров. Депутат выслушал просьбы и предложения активистов и вручил столь необходимые сейчас медицинские маски. Думаю, что это пригодится. Когда закончится, привезем еще. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Видновском художественно-техническом лицее торжественно открыли 18-е рождественские образовательные чтения. Темой этого года стало 350-летие со дня рождения Петра I. Секулярный мир и религиозность. Первые чтения посетили почетные гости. Подробнее расскажет Юлия Погосьян. Сохранять российские традиции, развивать религиозную культуру среди подрастающего поколения – вот основные, но далеко не все задачи традиционных рождественских чтений. Мы с вами абсолютно точно знаем, что мы сильны и своим прошлым, и вот этим вот единением. И я желаю от всего сердца не только эти две недели рождественских чтений нам быть вот в едином таком дыхании, объединившись, вести за собой детей в будущее, уверенных, твердо стоящих на ногах, но и каждый день. Так что доброго плодотворного труда. В Ленинском городском округе рождественские чтения проходят в 18-й раз и всегда собирают вокруг себя десятки желающих. Каждый год Видновское благочиние задает тематику мероприятию. В этот раз оно было посвящено 350-летию со дня рождения великого российского царя Петра I, его принципу секулярного мира и религиозности. В меняющемся мире очень важно и взрослым, и детям, чтобы было что-то неизменное. И вот вера, да, наша история, это как раз то неизменное, что способна удержать человека, способна преобразовать, преобразить в хорошем смысле человека. Поэтому дай Бог, чтобы наше сотрудничество продолжалось и развивалось. Основным докладчиком и почетным гостем первых в этом году чтений стал историк и писатель Феликс Разумовский. Его лекция, посвященная заданной теме, вызвала большой интерес. На эту тему Петр I говорит, надо сказать, очень сложно, потому что, ну, в общем, эта фигура действительно такая одна из самых известных, популярных в русской истории. Вроде все это знают. Но, наверное, отказаться от такого черно-белого, такого примитивного взгляда на это явление и на эту личность, наверное, стоит. Многие задаются вопросом, почему на рождественских чтениях поднимаются непростые исторические темы. Но, по мнению организаторов, там тоже присутствует духовная направленность, о которой стоит рассказывать. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию, у нас единая и неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития. Отрадно, что на протяжении ряда лет тематика чтений связана со знаковыми для России датами. В торжественном открытии рождественских чтений приняли участие педагоги образовательных учреждений. Школьники подключатся к программе мероприятия позже, когда начнутся лекции и просветительские уроки. Юлия Погосьян, Ольга Садовская, Видное ТВ. Уже больше года существует традиция пополнять фонд библиотеки поселка совхоза имени Ленина. Представители движения «За совхоз», «За людей», «За достойное будущее» и компании «Рота Агро» узнают, какие книги необходимо купить, и приходят с дорогими подарками. В этот раз на библиотечных полках появится еще несколько новых книг, среди которых полное собрание сочинений Иосифа Бродского и подарочное издание «Горе от ума» Александра Грибоедова. Надеюсь, что мы и дальше будем плодотворно взаимодействовать, поддерживать и читателей, и саму библиотеку. Поэтому с удовольствием вам передаем. На встрече также обсудили возможность переезда библиотеки из тесного здания, в котором она находится сейчас, в одно из помещений Дома культуры, когда в нем закончится ремонт. Напомним, что в прошлом библиотека размещалась именно в ДК, и ее возвращение на историческое место наверняка придется по душе местным жителям. В селе Остров завершается реставрация одного из старейших храмов, находящихся на территории Ленинского городского округа. 7 лет прихожане жили в ожидании, что любимая обитель обретет свой неповторимый облик, какой она имела сотни лет назад.
Необыкновенный по красоте храм Преображения Господня величественно возвышается над подмосковным селом Остров. В облике этого шедевра шатрового зодчества, построенного еще в XVI веке, переплелись сразу несколько архитектурных стилей. Наш храм уникальный. Он, как вы знаете, он создан из, построен из белого камня от пят до темени. Вот сверху донизу он весь обложен белым каменем. Только колокольня и галерея, которая окружает, опоясывает храм с запада и с севера и юга, это уже часть построена из кирпича в таком новомодном тогда неоготическом стиле, в котором строились Царицына, Петровская. В многолетней истории храма было разное и время расцвета, и период разрухи. После революционных событий 1917 года он пришел в полнейший упадок, а в 1939-м и вовсе закрыт. Архитектурный облик церкви был восстановлен лишь в конце прошлого века. Тогда же удалось провести электричество, но условия все же были аскетичны. Прихожане мерзли во время службы. И вот на 20 метрах квадратных вот помещался приход, прихожане, батюшка молились в холодное время года. А после Пасхи, уже ближе к Троице, когда на улице температура уже была уже за 10, за плюс 10, то потихоньку переходили уже в центральный предел сюда. Отапливаться церковь стала лишь недавно, когда в 2014 году в рамках федеральной программы развития культуры России в храме началась реставрация. За 7 лет проделали обширную работу, укрепили фундамент и кровлю, заделали трещины, заменили и вставили окна и двери. Теперь здесь новый иконостас, одноярусный, благодаря чему взгляд проникает в сам алтарь. Кстати, свод над ним шириной целых 3,5 метра. И такая ширина свода не случайна, ведь в нем есть лестница. Предполагается, что в XVI веке церковь была еще и дозорным объектом. Несмотря на ремонтные работы, богослужения в храме никогда не прекращались. Теперь же они проходят еще чаще, чем до реставрации, 3-4 раза в неделю. Сегодня в общине около 50 человек. У меня большая такая история, связанная с этим храмом. Во-первых, я в этом храме воцерковилась. Это было 6 лет назад. И год назад, вот в этом пределе, прямо вот буквально на этой лавочке, мы познакомились с моим мужем, я вышла замуж, слава Богу. И, конечно, для меня этот храм много значит. Моя вера укрепилась с тех пор, я стала таким верующим православным человеком. Здесь именно намоленность. И этот храм, вот он, как будто ты, он родной тебе. Вот. Ты к нему приходишь, как будто ты не чужой здесь пришел, а как будто всегда здесь был. Вот, и здесь такое состояние как бы души. В Остров приезжают не только из Подмосковья, но и разных уголков нашей страны. Двери церкви, входящие в десятку древнейших святынь, наравне с храмом Василия Блаженного, открыты для всех. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Наш мобильный репортер побывал на детском празднике, что состоялся в Центральной библиотеке. Ребята из местного отделения Всероссийского общества инвалидов поздравили своих самых любимых с предстоящим Днем Матери. Раз, два, три! Праздник начался с творческого мастер-класса, в ходе которого дружная команда из 20 мальчишек и девчонок подготовили для мам и бабушек особенные подарки своими руками. Ребята под руководством педагога сделали шикарные открытки. Продолжил торжество клоун Алекс. Дети с удовольствием участвовали в шуточных соревнованиях. Я могу сделать так, чтобы долго со мной. Развлекательная программа была насыщена настольными и подвижными играми. Дети с удовольствием бегали, прыгали, участвовали в конкурсах и разгадывали загадки. Все участники праздника получили заслуженные подарки. Торжество завершилось чаепитием со сладостями. 18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза. Считается, что именно в это время в Великом Устюге наступают первые зимние холода. В Доме культуры «Буревестник» села Молоково также решили встретить этот праздник веселыми танцами, хороводами и эстафетами. Чуня и Лёля приехали с крайнего севера. И спасибо, что ты напомнил, что мы приехали, чтобы поздравить с днем рождения кого? Разбудить Деда Мороза, чтобы поздравить его с днем рождения, оказалось непростой задачей. Маленьким гостям Дома культуры «Буревестник» нужно было хорошенько потанцевать и повеселиться, чтобы создать праздничную предновогоднюю атмосферу. А затем поучаствовать в спортивных состязаниях и пройти интересные испытания. Матуня, не бойся, давай.
Ребята покоряли ледяные туннели, преодолевали сугробы в снегоступах, делали гирлянды из сосулек и танцевали со снежинками и снеговиками. А затем отправили через снеговика-почтовика письмо Деду Морозу от всех молоковских ребятишек. И он, наконец, проснулся. Праздник получился ярким, веселым и таким новогодним. Очень хорошее мероприятие. Дети счастливые, танцевали. Очень здорово, очень понравилось. Мы ходим на каждый праздник, посещаем с детьми. Мне больше всего понравилось, что мы отправили письмо Деду Морозу, и что ему так приятно было, что мы его разбудили, он прочитал это письмо. Мне очень все понравилось, и я очень рада. Сейчас я просто переливаюсь вся от радости. День рождения Деда Мороза в Доме культуры «Буревестник» широко отмечают уже 4-й год подряд. На этот раз в нем приняли участие коллектив театра «Танцы Гюнеш», молодежный актив «Кактус Федор» и сотрудники ДК. Но это только начало праздничных мероприятий учреждения. План у нас большой достаточно, и он будет еще увеличиваться и увеличиваться. У нас будут проходить и новогодние огоньки в кружках. У нас будут и спектакли для жителей села, как приглашенных артистов, так и наших студий. Также у нас будут игровые программы и очень-очень много чего еще интересного. Ну а главную елочку в селе Молоково проснувшийся Дед Мороз зажжет 1 декабря тоже тут, у Дома культуры «Буревестник». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!